Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем играть в Angry Birds Chrome после двух недель. Короче говоря, следующий эпизод, который мы с вами посмотрим, называется Danger Above. Третий эпизод из оригинальной Angry Birds. Здесь целых 45 уровней. Надеюсь, мы не потратим на них. Так долго, как предыдущие, как первый, как Mighty Hawks и Pochet X. Но, скорее всего, это будет не так. Ладно, погнали. На Mighty Hawks мы потратили больше часа. На это, скорее всего, тоже потратим больше часа. Короче, свиньи опять украли яйца и решили улететь фиг знает куда. Лез куда-то сначала. Так, ну давай, падай туда, свин. Это ё-моё. Так, а чё он не ускорялся? Я же нажимал. Я нажимаю, он не ускорялся. Вообще. Давайте в ту деревяшку попадем. Давай, катись туда. Да блин, то же самое, что ли? Давай, сбей его. О, отлично. Ну и осталось только бомбануть по динамиту. Не знаю, будет ли от этого толк. Будет. Конечно, будет. Пока уровни идут, я забыл опять посмотреть, где будут эти ярлычки Хрома. Один из них я хотя бы точно помню. Так, я буду листать и играть одновременно. Берт Хром найти надо. Нашел. Осталось только найти эти Chrome Dimensions. Где один из них лежит? Где Danger Above у нас находится? Ага. На уровне на 9 уровне. На 13 уровне. Понятно. Потом посмотрим. Это у нас какой? Первое на 9 находится. Да, не получится. Не получится у нас с первого раза это сделать. Ну блин, ну как его задавило, а? Как его не раздавило, я имею в виду. До него хрен доберешься теперь, до него никак не доберешься.
А поль эффекта это не дало, конечно, никакого, блин. Ну, другое дело. Вот, наконец-то прошли, блин. Ну, давай уровень, заканчивайся. О, новая птица. Ну, точнее, не новая, но, по-моему, за него играли. В эпизоде Seasons Greetings мы играли уже за него. Hell, вот этот вот. Надо как-то динамит взорвать, только чуть не получается. Другой дело. Но впервые он, по сути, появляется именно в этом эпизоде. Эл, он у нас... Вот так вот, как бумеранг возвращается, только не очень удачно. Мы сначала выстрелили. Надо было раньше нажимать на кнопку. Тоже не очень удачно. Пушки какие-то, что ли, стоят тут. Давай, взрывайся. Да ё-моё. Да блин. Господи, ты боже мой, а. Блин, как сложно попасть туда, а? Да господи ты боже мой, а? Ну блин, ну что ты? Не попадаешь ты никак. Вот сейчас уже получше. Надо попасть в того свина. Тогда будет хоть что-то. О, ну и это еще лучше. Попали наконец-то, блин. На 9 уровне, да? Первый логотип находится. Ну ладно, запомним. Сейчас у нас 7. Да, с этим уровнем повозиться придется. Может, вот так попробовать? Нет, нет, это плохая была идея.
А как с этим быть? А может сюда попробовать кидать? Он неплохо, он неплохо даже так проламывает. Давай, дохни быстрее, вот. О, другое дело. Надо было сразу так делать. Отлично. Набор птиц подходящий получился. Опа-на. А вот и первый логотипчик. Давайте достанем его. Да, полетать придется, походу. Да, блин. Блин, какие пиксели, а? Надо приблизить, а то пиксели вообще сплошные. А даже и так пиксели. Во всяком случае, у меня пиксели. Как у вас, не знаю, у вас может еще хуже. Я думаю, с этим уровнем мы тоже не будем сильно долго возиться, но, а хотя, правда, вот с этой кирпичной постройкой, может, и придется. А может и нет. А может и да. Нет. Так, опять кидать надо назад. Так, потом буду отвечать на сообщения на ваши. О, вот с этим уровнем повозиться мы точно, нам точно придется. Потому что вот этих вот двоих, до них сложно добраться. Да блин, ну... Как же попасть туда нормальным способом-то? Ух, блин. Вот, да, вот этого вот добраться реально тяжело, ребята. Ну-ка, может, расколотить эту хрень вообще просто попробовать. Там всех птиц сейчас потратим, толком не добьемся ничего. Сложный какой-то вообще уровень. Сейчас еще более-менее получилось. Да блин, ну что такое, а? Так, еще раз.
рассвинячим эту хрень. Попробуем вот так еще сделать. Может, какой-то толк от этого будет? Возможно, вполне возможно. Так, сейчас вот сюда запрыгнем. Да, не очень я удачно сейчас в конце выстрелил. Давай, ломайся, блин, все. Ну вот, отлично. А здесь, да, точно, я так и знал, здесь есть еще один логотипчик. И мы попали с первого раза, причем. Посмотрим, где еще находится один логотип. Так, секунду. Отлично, я ролик записываю сейчас. Где там, какой следующий? 13-й? Или это и был 13-й? А, ну да, это 13-й был. Дальше 8-й на следующей локации будет. Это мы запомним, это мы запомним. Пишу, блин. Ну и все, это мы точно выиграли. Так. В оригинальной Angry Birds, если вот этот шарик рассвинячить, вот сюда попасть, то мы получим золотое яйцо. А здесь нет такого. Да, вот, а вот до этого не смогли, блин, добраться. Это печально. Да блин, ну почему этот опять остается, а? Это было реально круто, но, к сожалению, эффекта не дало. Уже 20 минут, а мы первую локацию только проходим. 20 минут прошло, в смысле, уже. А мы только первую локацию, блин, проходим.
А их всего три. Надо пройти все три за одну серию. Ничего не получилось. О, получилось. Все-таки получилось. О, это финальный уровень. Отлично, финальный уровень первой локации. Я думаю, он не будет сильно сложным. Нам осталось только рассвинячить вот этого вот свина и все. Ну и все. Это мы прошли с легкостью. Там на ветке можно было бы еще один ветку поставить, но его нет. Так, темнеет уже на улице. Пора поставить лампу. Вторая локация очень интересная, она мне очень нравится. Ночной город. Реально такой ночной город, очень красивый, реально. Блин, мне эта локация очень нравится. Очень нравится. Свиньи полетели в этот ночной город. И, кстати, постройки тут прикольные очень. Мне нравится прям вообще. Да, вот как того рассвинячить, я не знаю. Вот так разве что, только вот этому нифига не досталось. Что, сейчас рассвинячь? Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Нет, не рассвинячим пока. Надо поближе к тому свину сверху полететь. Надо, чтобы все сдохли. О, так даже лучше, чем в первый раз. Или не в первый, не в первый, а второй, наверное. Или не второй, не знаю. Тачки какие-то стоят, блин. Офигеть. Вот эти вот машинки маленькие, очень прикольно сделаны. Игрушки прям деревянные, на самом деле. Очень что-то напоминает мне даже немного. Что-то вот я реально помню, что-то было похожее у меня в жизни, но я не помню. Какую-то игру одну напоминает из детства. Какую, что-то я не припомню. Да блин. Надеюсь, эта локация, да ё-моё, будет легче предыдущей. Толкать будем, чтобы не падали эти фрукты. Во! Правильно мы сделали сейчас. Вот здесь точки есть небольшие, вот на них держится вся эта фигня. Фиготень.
неудачно получилось. Храм вообще какой-то из дерева, блин. Получился. Может, лучше сюда выстрелить. Ну, попробуем сейчас как. Тут что-то написано, погодите. Холливуд, обалдеть. Что еще интересного тут понастроить могут? Прям интересно очень. Так, еще одна какая-то интересная построечка. Вот через этих сразу всех будет прикольно проскочить, прям вот так. Можно сказать, что получилось. О, автобус. О, там логотипчик находится. Давайте-ка возьмем его. В принципе, зачем мы всегда смотрим в интернете, где логотип этот находится? Мы его и так на уровне видим. Хотя на первых уровнях Porsche, Tex, там на 16 уровне и на некоторых на других еще, сразу не увидишь его. Надо знать. Отдалять экран. Чтобы найти. Блин! Как неудачно. Но! Не туда нажал. Не туда выстрелил вообще. Это за подвешалки какие-то стоят. Стояли, точнее. Это уровень 10. Ну, быстренько мы достаточно по этой локации идем.
чаком одним мы не разобьем их сразу. Блин, лучше бы она бы не вставала на ножку на эту. Вот если бы вот эта деревяшка сломалась, было бы лучше. Отлично. Надо посмотреть, где еще находится логотип. Да, тогда ролик закончу. Пишут. Сейчас, одну секунду. Где находится еще один логотип? А. На этой локации не будет больше их. Следующий на уровне... На следующей локации, на втором уровне. Следующий и последний, причем. Бумс! Отлично. Может лучше в динамит в тот попасть. Наконец-то все. Рук ты, он вообще, он не может нормально пробить. Thank you.
Че себе уровень? С шариками, блин. Это какой уровень? Да, 14-й, я так и знал. Надо все шарики разломать. Да, не пройдем мы это так просто. Да блин, надо было шарик сломать. Да ладно, ну неужто он не смог это пробить. Как же нам пробить этого усатого-то, блин? Так, ну если я сейчас не пробью его, то это будет пипец. Ух. Ну, все-таки не будет пипец, ну ладно. 38 минут прошло уже, а у нас есть еще одна локация. Надеюсь, она будет несложной. Но уровень, заканчивайся, блин. Быстрее. Так, это последний уровень локации вот этой вот. Которая вторая. Да что ж такое, а? Непростой уровень-то. Как будто эти вот расхреначат, да? Ну давай, дохни, дохни, дохни. О, отлично, блин. Ух, господи. Когда это кончится? Я устал уже. Ну давай, уровень, заканчивайся. Алло. О. Ну, они улетают. Свиньи улетают еще куда-то, фиг знает куда. Это какая-то белая непонятная пустыня, я не знаю вообще, что это такое. Что это за локация такая? Но тоже интересная.
Замуровались хорошо. Ну, опять я схватился за не тот экран. Не ту часть экрана, точнее. На следующем уровне должно быть яйцо. Ой, это логотип Хром. Какое яйцо? А вон и он. Там где-то торчит. Так торчит, что попасть в него будет непросто. Улетел. Логотип Хром улетел и разбился там где-то. Ух, вроде бы это последний был логотип. Вроде бы больше нет. О, вот это отличная преграда. Великолепная вообще просто преграда. Сломать ее, по-моему, нельзя. Никаким способом. Лично я не помню, чтобы ее можно было сломать. Но тем не менее, мы прошли уровень довольно быстро. Бомба — это самая, наверное, сильная птица, как по мне. Потому что блоки с легкостью разрушает, взрывает. Это очень полезно. Было пробить все-таки те блоки, а не взрываться раньше времени. Опять не ту часть экрана схватил. Слишком поздно выстрелил, блин. Oh,
Хороший удар получился. Отличный даже удар получился. Ну и все. Так, проверим на всякий случай, точно не это дело. Нет. Логотипов больше. Темно уже. Да. Попали, но в этот раз попали. Добраться до того свина. Доберемся ли мы вообще до него? Доберемся, я думаю, доберемся. Извините. Какой-то уровень 13. О, немного уже осталось совсем. Этот эпизод оказался легче, чем первые два. Эпоши Текс и Майти Хокс. Уровней-то тут больше, чем в эпизоде Майти Хокс. На 3 штуки. Да блин, как проломить эту штуку, а? Не будем, наверное, ломать ее. Ну и осталось два уровня, которые мы, надеюсь, с вами быстро пройдем. Yeah.
А вот и последний уровень. Вот здесь, в оригинале Angry Birds, было золотое яйцо. Оно открывало... Золотое яйцо — это очень необычный бонусный уровень был. На этом уровне целых 4 короля было. Короля свиней, в смысле. Почти никогда не бывает, чтобы короля было больше одного на уровне. А там целых 4 было. Это интересно. Так, надо как-то вон тех расклинать. Давайте-ка заново лучше. Ну и все. Прошли наконец-то мы этот эпизод. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. В следующей серии мы будем проходить эпизод вот этот вот, Cherry Blossom, поскольку он вышел... Поскольку по обновлениям он вышел после вот этого эпизода. Вот, целых 4 уровня, которые открылись. Ладно, на этом все. С вас Лайкос Песос, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!